Здравствуйте, дорогие друзья! Это моя самая долгожданная новинка, потому что я о них мечтала и думала, что уже не куплю, потому что в детском мире они стоят очень дорого. 5500 рублей. И то их нет в магазине. Они только по интернету заказу в детском мире. И еще плюс доставка 800 рублей. Представляете, сколько это? 800 рублей и 5500. Очень дорого. Нежели что в детском мире... То есть я пошла в Бубльгум, когда еще покупала кукол Винкс, и обнаружила там вот эту парочку. И моя мечта сбылась. Она там стоила на 1000 рублей аж дешевле, по-моему. А если еще с доставкой, то вообще на 2, может быть, посчитать. Потому что она стоила 4700. Но 4750, если честно. Но у меня была скидочная карта, когда я ходила 3 дня назад. Я купила там 3 кукол Винкс. Текну, Сиреникс, Дарси и Сторми, двух ведьм, мне дали карточку скидочную, и получилось, что 142,50 у меня рубля скинули на них, хоть это и мало, но все равно 142 рубля тоже деньги, и на них можно купить что-нибудь. Вот, значит, моя мечта сбылась, это моя космическая пара из серии Буйорк-Буйорк, но... Почему-то мне Клео из этой коллекции не очень понравилась. Она выглядит очень уж зловеще. Особенно вот с этой вот штукой, размазанной под глазом. Так как у меня есть базовая вот Клео. И она у меня самая первая монстряшка. И она мне нравится больше. Так как у нее на глазах такого нету. Вот. Просто я ей одела очки. Потому что они очень подходят. Она выглядит так очень круто с ними. Поэтому скажу сразу, что эта космическая пара у меня разлучена. Дьюс у меня вот с этой Клео, жених. Но какая разница, потому что и та Клео. Но я всех кукол переименовываю. И вот эту вот Клео базовую, меня зовут Саманта. Ее я назвала Лилиан, а его Джон. И Лилиан у нас будет вот с ним, с Гарретом Дюроком, которого я тоже переименовала. Его зовут у меня Мэтью, вот она его невеста, считай, вот. И Лилиан у меня двоюродная сестра Клео, вот этой моей Клео. Но у меня ее зовут Саманта, а ее Лилиан, поэтому Лилиан сестра двоюродная Саманты, точнее кузина. Ну и начнем обзор на вот эту вот парочку. Значит, с ними в комплекте шли 2 дневника. То есть один на Дьюса Гаргона и другой вот на Клео Денил, где о них тоже все написано. И еще шла вот одна расчесочка, потому что, как вы видите, Дьюсу расческа не нужна. У него тут змеи, их расчесывать не надо. Ну и это все у нас резиновое. Вот такая расческа для Клео. Значит, начнем мы с Клео. Мне понравилась она мне тем, что у нее нет челки. Я люблю больше кукол с челкой. Вот. И еще не понравилась мне вот здесь вот эта вот закорючка, которая свисает с глаза. И очень неудобная вот эта лента. Она мешает. Вот здесь вот сзади она не разрезана. Что я ей сниму ее попозже и уберу, потому что мне эта лента не понравилась. Не понравилась тоже обувь, которая вот здесь вот, если не будет резиночек, вот это все свалится. Ну, у нее только оформление очень красивое, вот сами обуви. А вот эта вот завитушка не очень мне нравится. И платье тоже мне не очень ее понравилось, потому что когда садишь куклу, у нее вот здесь вот как бы все видно. Хоть это и кукла, и как бы для кукол некоторые считают, что это не стыд, но я считаю, что это стыд. Потому что я считаю кукол живыми, и что у них есть душа. Поэтому раздетых кукол я не фотографирую. И если у них здесь как бы видно все, трусы там, то я их тоже не фотографирую так. У Клео базовый, мне нравится очень одежда, ее лицо и челка. Поэтому я эту пару, как вы видите, разлучила. Но считай, не разлучила, потому что Дьюс все равно находится с Клео. Ну, вернемся к обзору. Значит, волосы у нее здесь уже идут не черного цвета, а темно-синего. Вот. Значит, у основания вот здесь вот челки,
взято две пряди, которые заплетены сзади, вот здесь у нее в небольшой вот хвостик. У Клео тоже идут в волосах, как у базовой, у этой, тоже вот сзади пряди вставлены волосы, несколько золотистых прядей. На голове у нее находится диадема, которая полностью обвивает ее голову. Вот. И она на лбу у нее находится, где у нее здесь спереди рисунок в виде бога тоже какого-то, очень мелкий рисунок нарисован. При хорошем рассмотрении его видно. Значит, макияж у нее практически такой же, как у базовой, но немножко изменен. Тоже есть вот родинка здесь вот в виде украшения. Но с глаза у нее справа свисает вот такое вот еще украшение, которое выглядит очень некрасиво, как будто у нее из одного глаза потекла тушь. Зачем эту закорючку ей нарисовали, непонятно. Губы такие же, абсолютно, как у базовой. Сережки у нее другие, вот, ленточками. И здесь такие же ленточки, как и вот привязали ей на руки. Значит, платье у нее вот такое вот тоже, вот, все, очень короткое. Вот, где у нее находится, как бы, пришито вот к этому платью, вот такой вот, тоже, часть платья. Она у нас золотисто-черного цвета. Выглядит как ленты тоже вот все обмотанные, которыми привыкли обматываться Денил. Бинтами, это типа бинты у них. И вот такое вот синее платье тоже все вот с украшением золотистыми вот этими лентами. Как я уже говорила, вот еще ленты на руках у нее, которые вот здесь вот неудобно и не разрезаны. Но их можно снять, отсоединив руки. Вот эти вот. И вот такая вот тоже неудобная обувь, которая вот это вот падает все у нее, если не закреплены они вот здесь вот резиночками прозрачными. И вот такая вот обувь у нее в виде сфинкса, которая раскрашена тоже в синий цвет сфинкса, он у него корона. И это делает лучше ее обувь, потому что если бы она была вся желтого, вот этого коричневого цвета, то бы это так бросалось в глаза и было бы некрасиво. То есть, когда раскрашенная обувь, она смотрится намного лучше. Вот такой вот сфинкс у нее на обуви спереди. И, конечно же, у нее есть серая подставка, вот, на которой стоит кукла. Теперь рассмотрим Дьюса. Это у нас Дьюс Гаргон. Он у нас сын Медузы Гаргоны. А Клео, кстати, она дочь мумии, мумии Рамзеса. И вот, значит, у него тоже есть подставка вот такая вот для него серого цвета. На голове у него находятся змеи. Эти змеи сложены аккуратно вот на бок, что очень мне делает красивую куклу, потому что мне так не нравятся у него торчащие волосы вот так вот. Выглядит как панк. И мне именно в Дьюсе в этом понравилось то, что у него волосы сложили на бок. Аккуратно, красиво и изящно. Они полностью резиновые тоже и не снимаются. То есть из головы они не вытаскиваются. Очки мне очень понравились. Выглядят очень круто. Такие золотистые оправы и очень ему идут. Некоторым очки не нравятся, говорят, что они сваливаются. Чего не сваливаются, когда их можно одну часть вот эту закрепить волосами? И они, нифига они не сваливаются. И очки выглядят очень круто. И вот здесь вот у них вот находится змея на оправе очков. Здесь вот. И вот так вот он выглядит без очков. Глаза у него тоже сделаны в виде змеи. В одном ухе у него находится серьга. И вот, значит, его костюм. Вот эта вот рубашка-обманка, она пришита вот к этому свитеру вместе. То есть там, то есть у него ничего нет вот. Этой рубашки. И вот такой вот, значит, сверху у него зеленый свитер, на котором вот здесь изображена рисунок змеи тоже. Вот она сложена, как в виде шарфа. Но это просто рисунок. И, значит, вот такие вот у нас штаны идут черного цвета, кожаные, которые тоже выглядят как чешуя змеи. Вот. На рисунке. То есть вот. И вот такие же вот у него
обувь вот такая вот, которая находится с дырками вот здесь вот по бокам, и выглядит она как греческие сандали. И, значит, сейчас мы Дьюсу оденем его очки. И вот такая вот, значит, космическая пара Дьюс Гаргон и Клео де Нил. Дьюс Гаргон сын Медузы Гаргон, и Клео де Нил у нас дочь мумии Рамзеса. Это у нас кукла из коллекции Буйорк Буйорк. Монстр Хай.